831, вас понял. Изменили нам задание. Так что, как только передадим Красному Кресту продовольствие и медикаменты, сразу же обратно поведем людей. Летит самолет. А я говорила, что все будет в порядке. Разве не могут нас здесь бросить одних? Как же можно? Если бы знали, что здесь было, что здесь творилось, что мы пережили. Какой ужас. Прошу вас набраться терпения. Будем искать выход. Скажите, пожалуйста, мы летим или нет? Вы можете совершенно откровенно мне сказать, потому что я уже столько перенесла, я ничего не боюсь. Мне нужно просто успокоить других, понимаете? Вот сейчас наше начальство подумает, может быть, примет решение. Что значит подумает? Здесь кто-нибудь отвечает за что-нибудь или нет? Конечно, полетим. Идите, успокойте людей, все будет хорошо. Эвакуировать людей не было времени. Вам консультация нужна? Здесь у нас специалисты собрались. Рискованное дело. Стандартная ситуация. Есть предложение? Рубить хвост, на котором летишь. Садиться им надо. Нечего фокусы показывать. С инструментом, товарищи! Сбросьте мелочи! Это ж Гварнери! Товарищи, ну куда вы? Уважаемые пассажиры, прошу вас пристегнуть привязные ремни, убрать колющие и режущие предметы. Садиться будем в Шереметьево, в своем порту. Какие прогнозы? Москва готова вас принять. Бойся, не бойся. Что-нибудь обнаружишь все равно. Приехали, да? Да. Профессор. Каратинчик. Нет. Я ведь не в тюрьму иду, сухарей сушить не надо. Ну, полежу месяц. Нет причин волноваться. Да. Василий,
санаторий на пользу. На пользу. Румянец появился.